Здравствуйте, дорогие друзья, и у нас самая топовая версия по этим гайдам. Как запустить машину первый раз, когда ты ее собрал. Естественно, она у тебя не заведется, если ты будешь просто крутить стартером. Но если ты посмотришь по датчикам, заряд у тебя есть, машина холодная и нет топлива. Как все логично. Чтобы тебе замутить топливо, тебе нужно сходить на заправку. На заправке продается канистра стоимостью $25. Покупаешь ее, берешь и подходишь к автоколонке. Открываешь крышку, берешь пистолет и заправляешь 20 литров. Можешь немножко поменьше, чтобы долго не ждать. Закрываешь, берешь к своей, идешь к машине. Открываешь бензобак, снимаешь крышку, открываешь, берешь и колесико мышки вращаешь и пытаешься попасть. Сначала будет очень дико лагать. Видишь, написано филинг, значит идет заправка. Ждешь, пока это дело не закончится. Канистра пустая. Начался дождь, который вымораживает. Садишься на диван, нажимаешь Enter. Наступило утро, дождя как не бывало. Спасибо, разработчики, я вас обожаю. Проверяем, заправили ли мы машину. Открываем дверь, поворачиваем зажигание. Да, прибавилось, отлично. Крутить не надо, а то вдруг заведется. Теперь самое интересное. Самое интересное, то что нужно залить масло. Залить масло. Залить охлаждайку. Залить тормозуху. Смотрим, что у нас в гараже есть. У нас есть антифриз. Берем его правой кнопкой мышки. Правой, чтобы он стал вот таким вот. Вот видишь, на колесико крутится. Подходишь так сбоку машины. Нажимаешь кнопочку Q. Блин, неудобно здесь. Ну-ка, с другого боку. Вот так вот. Поворачиваешь опять до той же. Вот тут будет точно глючить. Чуть-чуть, не спеши сразу. По чуть-чуть такой, хоп. Полился? Все. Пошла заправочка. Филинг пишет, значит попадает. Но лучше прям вот, чтобы через края не текло. Вот типа вот так вот. Заливаешь все. Все, кончился. Выкидываешь. Смотришь. Что у тебя тут есть? В принципе, уже полный. Нормально. Закручиваешь. Теперь масло. Ищем масло. Скорее всего, масла нет. Либо я его не вижу. Но у нас есть рядом заправочка. Сбегаем на заправочку. Покупаем маслице 5W40. 2 литра. Скорее всего, понадобится 2 таких. Но сейчас будем по щупу смотреть. Отсюда опять не в добняк, надо с той стороны. Но ты привыкнешь и найдешь то свое место. Пошел филинг. Радуемся жизни. 2 литра машина съела. Давай посмотрим, что у нас по щупу. Щуп у нас здесь. Чуть-чуть на минимуме. Давай возьмем еще, дольем немножко. Мало ли что, машина новая, должна работать как часы. Перебарщивать тоже лучше не надо. Топливный бак не забывай закрывать. В принципе, в пределах допустимого, но на доливочку на всякий случай возьмем себе в багажничек. Вот панцы. Опа, анцы. Залетела за кресло. Все, олрайт. Должна всегда и канистра для с бензином лежать там. Где канистра? Надо обязательно заехать на заправку, залить полный бак.
и радоваться жизни. Но недолго, опять же. Масло залили, все хорошо, закрываем крышку. Нам остается только тормозуху. Опять же, бежим в магазин. Берем тормозную жидкость. Бежим к машине. Заливаем тормозуху. Вылился целый бак. Немножко я промазал, но в принципе. В уровень попали. Все хорошо. Закрываем крышку. Закрываем капот. Проверяем на всякий случай еще раз. Все в порядке. Все. Фильтр стоит, это стоит, все стоит, все хорошо. Ну что, пробный запуск. Машинка завелась. Машинка шепчет, все крутится, вертится, все работает. С первого раза, с удачного дубля. 1000 оборотов. Заряд пошел. Фары проверяем. Все горит. Все работает, все замечательно. Я не прикрутил фаркоп. Раз, два. Ну что, теперь нам остается расчистить путь. Дворники проверяем. Надо сесть в машину, скорее всего, так будет удобнее. Дворники работают. Ну-ка, давайте погазуем. Движок крутится, конфетка. Пусть пока прогревается. Давайте уберем этот хлам. Запаска. Надо собрать запаску. И обязательно ее накачать. Я думаю, хватит. И поставить ее надо. Положить в багажник. Вот так вот. Ну, конечно, на всякий случай. Монтажка. Ключ. Вечной ключ. Отвертка. Конечно же, домкрат. Это самый необходимый инструмент. Но вообще лучше брать все. Мы укомплектованы. Теперь надо заубрать это все дело. Пусть пока она заглушится. Уже прогрелась. Ничего страшного. Разгребаем, чтобы можно было выехать. Грузим весь этот хлам, чтобы выкинуть его на мусорку. Сразу у нас не получится на этом маленьком прицепе отвезти. Поэтому бросаем где-нибудь здесь. Ну и что? Потихонечку выезжаем. Вставляем прицеп. Снимаем с ручника. Что такое? Так, ладно, цена автомобиля. 6926. Это из-за того, что она не крашена. Покраской займемся в следующей серии с вами. Так, ну что, давайте прокатимся, посмотрим, как она себя ведет, заодно продадим все вещи.
Мне кажется, или туман. Такого я еще раньше не видел. В игре туман. Даем весь этот хлам. Ну и вот так вот. Осталось нам только поставить тренировочку. Давайте-ка поднимем наши окошечки. Ну что, предлагаю лобашок закатать все-таки в самую такую вот. Это для лобаша пускай будет. Чтоб не очень темно было. А боковухи все остальные мы с вами закрутим. Пятерочку. Четверочку, извините. Четверочку. Четверочку, все остальное у нас пойдет. Наверное, здесь оставить надо, да, тоже? Тут вот прям глухо. Прям глухо-глухо. Ну что, оно вид имеет вообще, нет? Ну ладно, давайте всю тогда в глухую. Кончилось. Быстро. Заглотали в глухую, чтобы снять вот эту вот детскую, так сказать. Надо купить шпатель. Взять шпатель как ключ. И чик. Просто очистить. Куда пошла? И сюда. Ну вот такой у нас кабрилосик получился. Давайте заберем это на всякий случай. Пускай оно лежит пока что здесь. Ну и на этом все. Такая мини-коротенькая серия. Как поставить и снять тонер. Ждите, ждите, скоро будет серия о покраске. Всем спасибо, всем удачи.